Это «Город С». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. 4 ноября 1961 года на сцене окружного дома офицеров состоялось первое выступление хора Куйбышевского авиационного института. С тех пор бессменным руководителем коллектива является Владимир Ощепков. Под его руководством хор стал лауреатом городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. Премии Ленинского комсомола, обладателем золотой медали международного конкурса хоровой музыки в Болгарии, диплома первой степени конкурса «Орфей» в Вене, приза Министерства культуры Литовской ССР. Я на этом сейчас остановлюсь, потому что хочу представить вам наших гостей. Бессменный руководитель хора Владимир Михайлович Ощепков сегодня у нас в студии. Здравствуйте. И пришел он не один, а вместе с ним участники хора Константин Николаевич Бланк и Эдуард Брониславович Марчик. Очень приятно вас видеть, особенно в преддверии такого красивого юбилея, две цифры, 5 и 5. 55 лет исполняется хору, и за это время он не только не исчез никуда из нашей истории, но и существует, продолжает развиваться и имеет еще и какие-то планы, если я правильно понимаю. Итак, давайте к истокам, наверное, да, Владимир Михайлович, вернемся вот на 55 лет назад. Хор тогда был создан вами в авиационном институте. Ну, вот мы с участниками нашей программы договорились сегодня, что мы так его и будем называть, хор авиационного института, хотя сейчас учебное учреждение носит уже другое название. Ну, да, мы же про, да, 55 лет, да, собственно, пусть будет так. Итак, знаете, что меня удивило? Авиационный институт — это технари, это точные науки, и вдруг хор. Вот, почему это не вызвало тогда диссонанса? 61 год. Я приезжаю в город Куйбышев тогда работать на музыкальном факультете в педагогическом институте. И решил одновременно организовать хор в авиационном институте. Потому что и в те времена, и сегодня это один из ведущих вузов не только нашего Куйбышева, Самара города, но и России. Иду к Виктору Павловичу Лукачеву. Тогда он был ректором авиационного института. Прихожу, представляюсь. Посмотрел на меня Виктор Павлович. Говорит: ну что ж, хотите хор организовать? Ой, сумеете? Мы вам памятник при жизни поставим. Ой, как нашему инженеру, и показывает палец вверх, нужен Чайковский. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой был великий просветитель, ученый, герой социалистического труда Виктор Павлович Лукачев. Через 10 лет «Комсомольская правда», физики и лирики, полемика была. И эти слова в «Комсомольской правде» прозвучали. Нужен ли инженеру Чайковский? И сегодня 55 лет. Вы знаете, это, конечно, это великая история. Аналогов, по-моему, в нашей России нет. 40 лет, когда вы праздновали, Константин Алексеевич Титов, тогда губернатор нашей области, говорит: Владимир Михайлович, есть еще аналоги, чтобы в техническом вузе жил 40 лет хор с одним руководителем и так красиво работал во всей нашей территории. Я говорю: по моим данным, а не надо, я уже все проверил, нет аналогов. И сегодня, конечно, технический вуз. Вы знаете, у нас в гостях был Александр Васильевич Свешников, ректор Московской консерватории, как мы говорим, патриарх советского хорового известное искусства. Имя, конечно. И вот он перед ребятами, выступая, сказал: вы знаете, что характеризует всесторонне образованного человека? Это знание цифры, буквы и ноты. Вы... Ой, вот лучше не скажешь, мне кажется, вообще гениально. Вы, говорит, цифру знаете лучше, чем я, потому что вы избрали себе эту специальность. Букву мы должны знать. И я должен, как ректор, хорошо тоже знать букву. А вы без буквы тоже никуда дальше не пойдете. Но вы еще приобщаетесь к великому искусству хоровому. А хоровое искусство — это душа народа.
и так далее, и так далее. Я могу про него очень много рассказывать, как организовывался государственный хор русской песни его. Но в следующий раз да, рассказать. Да, вы нам сегодня лучше про хор «Полет» расскажите, да. Владимир Михайлович. А вот, ну вот. А вот и как... да, Виктор Павлович приглашали. Собирает комсомольцев, собирает деканов и говорит, мне понравился этот парень, который приходил ко мне. Он, по-моему, и не знал, как звать. У меня парень мне все еще на первых порах звал. Вот. Давайте года. Поможем ему. И вот вы не представляете, что было в авиационном институте. Я не могу забыть. Заходишь в зал, в коридор, везде и всюду объявления. По радио каждый перерыв. Создается академический хор. Та-та-та-та. Желающих много было? Что стоишь, глазеешь, записывайся в хор. Не пожалеешь. И мне на первое занятие пришло 170 человек. А нужно было? Да, ну нужно. Это можно еще столько же. Сейчас мы 5000-е хоры делаем. А сколько первый состав? Сколько человек? Вот. И 4 ноября 61 года в окружном доме офицеров запел хор авиационного института. Спел бухенвальдский набат впервые здесь, а я его привез, Юрочка Гуляев, такой был народный артист, вместе с ним когда-то учились. Он впервые, бухенвальдский набат был исполнен в 59 году в Австрии, и он там получил золотую медаль и подарил мне это произведение. И вот мы впервые в городе Кубышеве спели. Волжский комсомолец писал 110 мощных голосов бухенвальдским набатом. 110. То есть 65 такие? Рождение академического студенческого хора. И хор начал жить и живет до сих пор. Сегодня он превратился уже у нас по решению Совета ректоров в губернский молодежный хор. И то, что мы сделали за эти годы, это, ну, вечера нам не хватит. Нет, вечера не хватит, конечно. Не хватит. Я вот, кстати говоря, сразу хочу опять же туда к началу вернуться, пока мы не ушли из 61-го года. Эдуард Брониславович, вы с первого дня, да, в хоре, правильно я понимаю? Ну, если уже говорить, как говорится, цифровым языком, пою с третьей репетиции. С третьей репетиции. Почему? То есть вы вот тогда в числе 170 не пришли? Нет, я только слышал. Почему я пришел с третьей репетиции? Почему? Потому что я первокурсник, приехал с Алтая, я еще прошел армейский будни, у меня немного знаний, я еще боялся там... Еще как... в Самаре-то не освоились, да, уже быстрее как, в хоре как петь. Как это я там сумею? А тут еще хор. Вот. Но когда я услышал, что да, создается это все, конечно, уже пришел. У меня уже было музыкальное образование, я на скрипке закончил там 7 классов, был подготовлен. На тракторном заводе, которым я слесарем проработал год после окончания школы, я уже участвовал в хоре, то есть я уже у меня... А, ну вы уж подготовленный да, были, товарищ. Да, был подготовлен, поэтому любовь. И вот эту любовь пронес, собственно, все 55 лет. И вот сейчас даже уже органически... И пою, допустим, пел прилично уже в хоре ветеранов КОАИ, которые организовали, также вот основу вот этого хора ветеранов составляют ученики Владимира Михайловича. Но я, поскольку уж мне слово предоставили, я хочу несколько слов сказать вообще о своих ощущениях, что дал вообще нам хор. Вот. Если коротко говорить, потому что условия передачи не позволяют много говорить. Да, 55 лет трудно рассказать. А можно говорить бесконечно на эту тему. Вот подытожив вот все свое пребывание, значит, в этом хоровом коллективе, я могу так сказать, что если бы у меня не было общения с хором, у меня не было вообще наслаждения жизни той, которую я сейчас ощущаю. Почему? Потому что это, прежде всего, хоровое братство. Это у нас целая уже компания друзей, которые встречаемся постоянно, несмотря на эти долгие годы. Приезжает, вот недавно приезжал наш хорист Боря Хасман с Америки. Мы, конечно, воспользовались этим моментом, встретились. Из Германии приезжают. Да, из Германии приезжали. Разлетелись, то есть, но хористы. Это, приезжают. Это одно. Встреча с выдающимися людьми. Это Свешников, если одну фигуру надо назвать, это вообще основоположник
во всей хоровой истории вообще России. Он еще начинал в церковном хоре мальчиком и дошел до таких вершин. А Юрлов, встреча с Юрлом, это вообще незабываемое. Это его имя не носит сейчас московская хоровая капелла. Он лично проводил с нами репетиции. Разве эти забудешь моменты, понимаете? А произведения, допустим, которые мы, значит, классики музыкальные, мы никогда бы с ними не познакомились. Да, да. Мы же технари, и я вот перехожу, как говорится, в своей технической части. Я отработал 42 года в ЦСКБ «Прогресс», это известно в нашем предприятии, руководителем Дмитрием Ильичем. Тогда же Дмитрий Ильич Козлов. И то отдал предпочтение хоровому искусству. Подтверждение у меня вот фотография. Это бывшие все хористы хора Ощепкова. И все отработали длительное время в ЦСКБ. То есть вы инициативу перехватили у Владимира Михайловича? А как же? Или эстафету? Параллельно. И вот, допустим, подтверждение. Вот видите, он неоднократно с нами встречался, Дмитрий Ильич. Дважды Герой Союза труда. Это помощник Королева. Разве это забудешь? И все это связано с хором КОАИ. Ну, я теперь умолкаю, надо передать слово Константину. Очень хочу спросить, Константин Николаевич, а вы не как, в 61-м году А я как пришли? Попал туда, да? Да, я в 62-м году в институт поступил только, у них уже год был. Ага. И была такая, ну, я не буду называть ее глупой затеей, когда первокурсников отправляли первый год учиться, работать на завод. То есть мы поступили, и нас сразу на завод. Утром работаем, вечером в институте. Вот здорово. Очень здорово, да. Ни там, ничего не... Как бы, это, да. Учебный процесс сбивает. Да, учебный процесс сбивает все. И поэтому первый год мы вообще к институту отношения... И мы не знали, что там хоры. Какой там? Приходишь, там поспишь и опять на завод. К 7 утра на Безымянку. Ну вот. Но на втором курсе, значит, мне дали билет на празднование 7 ноября... Значит, торжественное собрание было в оперном театре. Угу. КОАИ проводил. Ну вот, и я пришел, и вдруг на сцене открывает это праздничное, так сказать, мероприятие хор. Ага, а вы и не знаете, что вот, у вас в ВУЗе хор. Ну, я только начал учиться на втором курсе, да, не знаю ничего. Ну вот, значит, смотрю, стоит хор. Прекрасные девушки, прекрасные ребята, одеты все с иголочки. В одну форму, там все прочее. А так как у меня тоже музыкальное образование, 7 классов фана, вот, фано мучился. Вот, поэтому, когда я услышал этот хор и Бухенвальдский набат, как раз они исполняли, я его впервые услышал. Вот, мощно, я понял, наверное, звучало, да, я понял, что мое место это там. Так, и трудно ли было уже на это место попасть? Ой, как трудно, да. Я пришел, значит, на репетицию. Владимир Михайлович меня встретил, прослушал и говорит, второй тенор. И я второй тенор пошел, и до сих пор я вот на этом месте там и сижу. Да красиво, очень красиво. Не, ну первый не надо, так что второй. Приходится ему первым, потому что... Потому что там не очень много вообще, да. Ну вот, короче говоря, из 63-го года моя вся жизнь была связана так. Но... Конечно, были большие у меня перерывы, потому что работа не позволяла, дальнейшая, так сказать, работа не позволяла мне, так сказать, общаться. Но каждые 5 лет у нас юбилеи, это раз. И вот, а когда я уже вот перешел стадию работы и не работы, вот, то я пришел опять к Владимиру Михайловичу Ощепкову. Он меня с удовольствием, по-моему, принял. Вот, я так понимаю. И, вот, и вот уже 7 лет. Опять мы вместе, 7 лет опять мы, так сказать, к этим коллективам. Я даже там дослужился до старости. Вот. Поэтому процесс идет. То есть погоны дали вам. Жизнь продолжается, процесс идет. Но хочу сказать, без хора жизнь была бы абсолютно неполной. Вот. То, что вот это вот мы все испытали, и я думаю, что все мы с таким удовольствием все это дело вспоминаем. Я уж не говорю про поездки. Я уж не говорю про встречи. А когда проходили ленинские фестивали, и вот нами руководили эти великие гранды, Юрлов. Так сказать, Юрлов,
Да, и мы стояли вместе с их хорами в филармонии. Мы все это учили. Доходило до того, что ну, у меня очень был хороший друг, приятель Руслан Фанталов. Мы выходили оттуда после репетиции, шли по Куйбышевской и пели, продолжали петь вот эти вот, так сказать... Не могли напеться. Мы не могли остановиться просто-напросто. Идем там, матросы шагают, что-то там, помнишь это все, да? А вот, кстати, о песнях, Владимир Михайлович, а ведь очень важно, что петь. Вот как выбирали, вы ведь репертуар выбирали для хора? Или как-то коллектив? Вы авторитарно, вот будем петь это, да? И все были... руководитель, это его прерогатива. А вот как вы, чем вы руководствовались? Выбрать репертуар — это, конечно, очень ответственно, я бы прежде всего сказал. Вот Бухенвальдский набат откуда появился? Зашел 170 человек сидит в аудитории. И что я должен делать? Начинать проверять голоса, как у нас по методике. А я вдруг вспомнил Юру Кугуляева, Бухенвальдский набат, сел, и мы начали. Люди мира. Сразу все вместе? Одна фраза. Я говорю, спели? Спели. Вот так. И так постепенно, с учетом того, что нужно, как отвечает сегодняшнему направлению. Приезжаем вот сейчас в Белоруссию. 70 лет освобождения белорусского народа от фашистского ига. Что нужно петь? Мы поем. Живые, пойте о нас. И так далее, и там все вокруг мурашки этого. Мурашки бегают. Да, да, такое произведение, обалдеть можно. Ну вот. Причем... И вдруг мне из зала в Минске кричат: а где Самара-городок? А, да. Вот так вот. Я говорю, да не можем мы петь Самару-городок, потому что мы плачем только, да, каждый день. Каждый четвертый белорус погиб во время войны. Ну, мне кажется, надо оплакать, а потом все равно Самару-городок. Да. Жизнь же продолжается. Слушайте, дальше. Вчера были в Бресте, возложение цветов. Мы сопровождали всю эту акцию. Ваше правительство было. А потом поехали в Хатынь. И скажите, пожалуйста, после Хатыни можно ли записывать? Тишина. Я своей девочке говорю, я объявляю дальше. Она вышла, а из зала кричат: простите, пожалуйста, но все-таки вы спойте Самару. Вот видите. И мы запели. Да. И вы знаете, как бы весь зал встал и вместе с нами пел. Знаю Самару песню. Городок. Кстати, а потом наш коллектив... передайте привет нашим братьям. Все. Поэтому я передаю сегодня всем привет от белорусского Я хочу народа. Сказать, что да, вот эта поездка нашего коллектива была, это был единственный коллектив с России. Yeah. Понимаете? И я думаю, это не единственная поездка, где единственный коллектив. Нет, получается, что есть краснознаменный ансамбль имени Александра. А вот, а правда ли говорят, что вы вообще первый светский хор, который пел под сводами Ватикана? Да. Да. Но это вообще... Это что-то невероятное. Это, как сказать, у меня сразу у самого мороз по коже пошел. Вы можете себе представить, звонит мне владыка наш Сергий: Владимир Михайлович, зайдите ко мне, пожалуйста. Прихожу. Что с вами творится? Я говорю, не понял. Патриарх всея Руси Алексий позвонил и сказал, что вы должны с хором ехать в Париж, петь в Нотр-Даме на акции поклонения терновому венцу Спасителя. Ой-ой-ой. Вопрос согласован с Папой Римским. Впервые в истории, впервые мировой на истории, такой да, акции светский коллектив, я подчеркиваю, светский коллектив сопровождал такую акцию. Ну, это не весь хор, наверное, поехал, но да? Это, ну, в Риме мы тоже потом пели, в Соборе Парижской Богоматери. Да. Невероятно. Вот, на вершине Олимпа явление тоже пели. Митрополит греческий нас принимал, Грецию проехали, Германию проехали, Чехию проехали, Венгрию проехали. Где только мы не были, представляли наше родное искусство. Да, про наше родное искусство, Константин Николаевич. А вот смотрите, ну, вы же там, где вы были единственным хором из страны, вот иностранцы везде вы пели. Как вот эту культуру они нашу чувствовали, ой, вы понимали? Знаете,
Я вам только одному скажу, да не в обиду будь сказано, но за рубежом нас принимают так хорошо, что хоть не хочется туда. Вот первое. Музыкальная столица мира. Мы же победили ее. Мы дважды были лауреат конкурса Шуберта. Лучший коллектив среди всех призеров. Орфей поет хоровыйЦионного. Лауреат. Медицинского, лауреат. Ну, а чувствовали вы себя посланцами-то вот страны? А мы, и вдруг мы, все объединившись, поем Бетховена, девятую симфонию. И самое главное, извините, такого еще никогда не было. Ну, чем удивить этих венцев, которые, ну, все и знают. Ну, Бетховен это вряд ли, да. Моцарт у них это... Понимаете, культ музыкальный. Угу. Я говорю, как у нас своему, Пушкин. Говорю твоему Васе, да, я в курсе, да. Садись на балалайку. Берет балалайку. Столист мой один там. Ага. Вот. И мы поем. Спи, моя вот. Радость. Под балалайку? Под балалайку. Да. Вот я знаю, до сих пор меня в Вене помнят и знают. А, это Ощепка. Это Моцарт и балалайка? Потрясающая история. Это было изумительно. Надо было видеть этих венцев, как они выглядывают. Да что там хор? Все можно посмотреть на балалайку. Там Вася хорошо играл. Первое наше, так сказать, я считаю, что первое исполнение в соборе, это было на Украине, в Киеве. Софийский собор. Мы просто гуляли. Мы ходили, смотрели Киев, поехали туда, так сказать, навстречу Политехнический институт, ну, в смысле, нас пригласили. Ну вот, и вот гуляя, мы дошли до Софийского собора, и когда мы туда вошли, то мы поняли, что не спеть здесь, это просто невозможно. Там уникальная акустика, уникальная, так сказать. Ну вот, и у нас была хормейстер, концертмейстер, это жена Роза Алексеевна Олещенко. Вот, она поднялась на самые хоры туда, на высокие, и оттуда она, так сказать, солистка, прекрасный голос, прекрасная сопрано. Вот, и она оттуда, значит, запела «Аву Марию». А мы внизу все, весь хор стоит, и мы, естественно, мы ее знали, и, так сказать, и учили, и выступали с этим произведением. Вот. И мы все это дело поддержали. Вот. В этом смысле так это звучало, это вообще, там кто проходил мимо, все, короче, Софийский собор набился битком, на следующий день в газетах там появились фотографии, появился, так сказать, этот самый... ну, репортаж, там, отзывы какие-то. Самое интересное, я прихожу в консерваторию киевскую, Лысенко, такой великий композитор, где вы вчера были? Я говорю, мы вчера пели в Софийском соборе. Он говорит, да ладно тебе, что ты понимаешь? Запрещено было, это время-то было. А мы никого не спрашивали, по-моему, там. Я должен внести ясность. Значит, Константинович, он, конечно, помоложе меня, он немножко запамятовал. Да. А я скажу точно, как все это происходило. Значит, это был день, начинался с утра. Мы пришли на экскурсию. Ну да, мы не собирались петь. Мы зашли в Советский собор, там было время экскурсии. Не церковная служба. Да, я поняла. И мы поднялись, все поднялись, вместе с Розой Алексеевной, туда на клирес, туда высоко, по ступенькам древним. Вот. И когда мы увидели перед нами святая Аранта, тогда еще наши предки были, они же были, как говорится, древние, и верили в святую Аранту. Это божество, ну, женщина, которой поклонялись пастухи того еще славянского племени. И вот когда мы увидели вот эти глазища ее, они с мозаики выращены, и вот нам передалось это ощущение. Пришло, да? И когда раздался волшебный голос вот Розы Алексеевны, мы здесь все присутствовали, а руководила нам, давала команду, экскурсовод, которая сама когда-то пела в Киевской думке. И она нам разрешила, махнула платочком, и вы, говорит, исполнять, когда нет посетителей, там много нет. Вот что было. А когда бы она услышала вот эти наши несколько аккордов всего, и вот произведение, она сказала, приходите вечером со всем коллективом, я организую вам ангажемент. И мы тут как раз оказались внизу. С нами был оркестр Фиша, скрипачи. И вот тут мы совсем другое ощущение лично получили. Почему?
потому что стоишь рядом, звук отрывается от тебя и идет кверх. А все зрители оказались там. Понимаете? Вот что происходило. В общем, просто акустика там. Да, потрясающая история. Акустика. Я думаю, у вас наверняка таких очень-очень много. Да? Но, друзья мои, давайте все-таки мы... вот 55 лет. Хор студенческий. А сегодня что? Что с ним, с этим хором? Сегодня все нормально. Если так можно сказать. Проблем очень много. Сегодня, если вы посмотрите по телевидению, извините, то вы увидите, что хоровые коллективы не звучат. Конечно. А раньше я по телевидению провел 27 передач «Песни над Волгой». 20... Фестивали. Да, господи, хигаи тут такие работали. Вот. Это же было потрясающе совершенно. Ну, люди, а сегодня студенты-то не поют? Почему не поют? Николай Иванович Меркушкин говорит: к Дню Победы 5000 хор, Владимир Михайлович, надо сделать. Сделали. Сейчас, говорит, вот впереди чемпионат мира по футболу, арена, даешь стадион. Давай, понимаете, 20 тысяч хор. А, 20 даже. Вот сейчас и думаем. Первая репетиция, так будем генеральной перед этим, у нас вот 4 ноября вот этого года в зале филармонии. Нет, вначале один концерт. 2 ноября в авиационном, 4 в филармонии. Это уже праздновать юбилей самого. Да, я понимаю. Вот мы посмотрим, приглашаем всех коллектив, приглашаем и вас принять участие в нашем концерте. Это был первый этап подготовки сводного хора. Так получилось в моей жизни, что здесь все праздники и песни я проводил. И в 67-м году я провел первый праздник, вчера филармонию. Речь шла о Владимире Павловиче Орлове, который высоко оценил наше искусство хоровое. Вот, кстати, оказалось, внимание было со всех сторон. Ну, а вы хотите сказать, что вот желание студентов петь 55 лет назад и сегодня, оно вообще никак не изменилось? Конечно, нет, в какой-то степени изменилось. Но самое главное, не студент, а руководство. Вот. Потому что мы забыли, Чайковский, что такое настоящее хоровое искусство. Приходит Александр Васильевич Свешников, это он, наверное, к Сталину и говорит в 42-м году: «Хочу создать государственный хор русской песни». Сталин отложил трубку в сторону и говорит: «Это что, вместо пушек и танков? Александр Васильевич, ты соображаешь, что ты говоришь? Немцы уже в окна заглядывают, большую часть территории Советского Союза заняли, а ты песни петь? Нет, говорит Александр Васильевич, душу надо спасать людей. Звучит песня, наша душа поет. Народ, никакого наш народ, никакому дьяволу, черту твою душу не отдаст. Владимир Войну Михайлович, шикарное завершение такое нашего сегодняшнего разговора. Я хочу просто успеть обязательно от всех наших зрителей поздравить вот в вашем лице весь хор с 55-летием, все-таки огромный путь, да. И дай бог еще долгих лет ему жизни. Еще раз мы приглашаем 4 ноября, да, всех в зал филармонии. Второго в Аэрокосмический университет. Я вот, извините, я хочу как раз воспользоваться эфиром, да, и пригласить всех наших хористов КОАИ из ГАО за все эти годы вместе с нами провести юбилей. 2 числа это будет с ГАУ помещение, а 4-го это в здании филармонии. Вот я сейчас хочу еще раз поблагодарить вас и поздравить с наступающим юбилеем. И буквально прям чуть-чуть у нас осталось времени эфира. Хотела попросить вас спеть, но, к сожалению, времени уже, да, не зрители нас... Ну, услышат на концерте. Да. Если бы нам сейчас налили по рюмке, мы обязательно бы... Ну, тогда встречаемся все на вашем юбилейном концерте. Дорогие друзья, вы смотрели «Город С». Будьте с нами, увидимся, до свидания.